Ролик последуешь, давайте покрасим вот это все дело. Так, флур я отключу. Значит, скачал я текстуры именно чисел и собак. Попробуем все это дело на наложить. Значит, одна так будет у нас синяя. Так, текстура. Синюю подключаем. Давайте сначала чуть-чуть побольше. Можно вот так прям делать. Ну, чтобы номер прям был виден. Так, наверное. Ну, погнали красить. Прибавляем, значит, цветности. Z отключаем глаз. Кисточка стандартно RGB. Z отключаем. Красим. Смотрим, что получается. А вот с другой стороны нам не надо. Так, если сейчас мы все это дело отзеркалим, не есть хорошо. Ну, давайте все это закрасим. Значит, C. Выбираем синий цвет. Сначала все это в синий закрасим. Используя симметрию. Так, теперь X симметрию отключаем, Shift Z, Z подгоняем наш номер и попробуем его, значит, покрасить и убрать вот эти вот канты. Так, C и проводим аккуратненько вот так вот. Так, теперь Shift Z. Семнадцатый номер будет тут. Так, и опять же C. Так, Ctrl-Z. Alt, левая кнопка мыши, приближаем. И вот это вот убираем. Сорок тысяч полигонов, поэтому видите, какое качество. Значит, так, делаем Ctrl-D, Ctrl-D, закрашиваем все эти числа, вот это и вот это. Shift-Z, Z опять включаем глаз, подгоняем, Z отключаем, одну рисуем сюда, смотрим, как получилось, ну, уже почетче 648 тысяч полигонов. Shift-Z. Так, эту сюда. Так, C. И все это дело закрашиваем. Так, теперь выбираем ремни. Alt, левая кнопка мыши. И это ремни будут черные. Так, теперь подгружаем текстуру именно собаки. Попробуем раскрасить именно собаку и выбрать тут рыжий какой-то цвет с черными пятнами. Так, ну давайте вот эту вот бело-черную текстуру, значит,
Вот что-то в этом духе. Делаем прозрачный вид. В принципе, можно и так было покрасить. Z отключаем. Собаку перекручиваем. Alt. Как-то давайте ее подгоним. Как-то, наверное, вот так. Так, Z прибавляем. Тут уже X-симметрию можно включить. И именно понадобится собака. Погнали красить. До головы не лезем. Пока вот именно ноги, тело. Посмотрим, что захватит. Какой будет внешний вид у кобеля. Так, вот так как-то. Ну, ничего так. Ничего так пойдет. Напоминает волос. Ну, собака, опять же, у нас 69 тысяч полигонов. Давайте до ляма догоним. Опять же, все это дело уменьшим. Z отключим, собаку нашу увеличим, подставим. Так, можно даже вот потом ноги еще подкорректировать. Сначала давайте вот переднюю вот эту часть. Z прибавляем и рисуем вот это все дело. Угу. Нормально. Даже не надо уже никуда залазить. Хвост будет черный, и значит, да пусть будет черный полностью. Так, ну теперь нужно разобраться с головой. Так, вот с головой будет посложнее. Z. Угу. Так, значит, прозрачность ставим. Так, раз. Глаза-то у нас разные. Ну, в принципе, вот эту часть можно поймать так, да? Z отключаем. Нашу собаку нужно поймать по голове. Так вот как-то, чтобы нос поймать и глаза вот эти, главное. Так, Z прибавляем. Погнали красить. Бэнс. Так, с глазами разберемся сейчас. Косоглазая получилась. Ну, морда ничего так смоется. Теперь нужно вот это дело. Вот это дело все закрасить. Каким образом? Понижаем интенсивность. Выбираем. Давайте вот этот серый цвет. Так. Немножко коричневого куда-нибудь присобачим и белым немножко. Освежим вот так. А здесь переход вот так подкрасим коричневатым. И здесь по низу пройдем так поменьше кисточку. Вот так вот. Серым. Так, здесь немножко отбелим. Нос пускай черный будет. Ну, вот эту полосу. Так, значит, С.
Так. Почему-то без их симметрии, а рисовала как по симметрии. Опа, вопрос. Так, здесь теперь. Так, С. Давайте выберем альфу, именно седьмую или восьмую, и попробуем здесь drag rect немножко порисовать. Так, интенсивность побольше. Угу. И немножко черного цвета добавим. Так, Ctrl-Z. Вот что-то в таком духе. А здесь по краю тоже вот этими черными такими точками попроходим. Вот так. И немножко теперь без альфы разбавим вот это дело, значит, вот этим цветом. Так. Так, 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 это у нас получается интенсивность побольше стоит, надо ее ставить поменьше. И вот так вот. Немножко тут. И украсим собаку. Так, еще что можно сделать, значит, делаем C и вот это вот немножко тоже отбелить. Так-то прикольно. Так, глаза сразу покрасим в белый цвет. Сейчас надо найти у собаки глаза такие и дорисовать их сюда. Вот так. Так, что у нас с низом? Ага. Низ не настолько у нас интересен. Значит, С. Немножко это все дело волос уберем. Еще С. Выбираем белый какой-то цвет. Так. Угу. Так, а уши? Уши так, а вот хвост еще. Хвост нужно сделать, наверное, черным. Значит, С. Переключаемся на хвост. Shift Z. И давайте выберем какую-нибудь именно, так, вот этот какой-нибудь внешний вид. Перекрутим вот это дело, и вот эту вот часть нужно выбрать. Так, можно ее еще уменьшить. Нет, прибавить побольше. И будет черно-белая, короче, она. Делаем интенсивность побольше. Кисточку. Интенсивность тоже побольше, drop size побольше. И красим, значит, где этот хвост у нас тут. Угу. Так, опа-на. Там-то нарисовалась, а собака была без симметрии, да? Вот это не есть хорошо. Я еще удивился, думаю, как это так она нарисовалась. Значит, Alt
на собаку, переключаемся к голову, давайте замаскируем, чтобы потом ее не переделывать. Shift Z, Z, перекручиваем нашу собаку, уменьшаем. Опять, значит, уменьшаем цветность, Z отключаем, прибавляем нашу собаку. Подгоняем. Ну, где-то вот так она, наверное, и была. Так, чуть-чуть надо поменьше сделать. Так, теперь X-симметрия, Z включаем глаз. И по новой собаку красим. Shift Z. Опа-на. Так, чтобы ничего не пропало. Не понял, почему плечо не рисуется. А, тут белое. Опа-на. Опа-на, опа-на. Так, теперь здесь, значит, С. Выбираем белый цвет. И шея у нас будет белая. Вот как-то так. Ага, X-симметрия. Ну, в принципе, даже они не прикольно. Нифига не прикольно. Shift Z, Z. Так, можно теперь ноги, значит, не трогать, а просто нарисовать вот это тело. Так, и голову не трогать однозначно. Вот эту часть. Так, Z. И опять рисуем нашу вот эту штукенцию. Так, погнали. Тенс. О, вот так даже получше будет. Так, а вот с этой ногой уже не получше. Ctrl-Alt. Так. Shift-Z. И рисуем вот эту ногу полностью туда. Оп. Ну вот. Так, есть такое дело. Теперь снимаем маску и делаем вот здесь вот, где черное. Давайте Ctrl. Так, вот это все замаскируем. Вот это. Потом вот это все замаскируем тоже. Кисточку побольше проведем вот так. Shift Z. А, Ctrl Z. Ctrl Z. Все. Нет, Ctrl. Так, Ctrl Shift Z. Ctrl Shift Z. О. Z теперь открываем и подбираем у кобеля. Ну, я вот думаю, вот эту вот коричневую штучку. Так, чуть-чуть картинку перекрутить. И, значит, где-то по горбу ее так пустить.
Во. Бомбично. Так, вот здесь вот нужно немножко на мелкой интенсивности все это дело поразбавить. Значит, С. Тут черненьким немножко. Так, здесь, значит, сероватым. Опять где-то черным. Вот так. Здесь тоже почернее что-нибудь. Так, и ухо будет, наверное, вот такое коричневое. Значит, переключаемся Alt левая кнопка мыши на ухо. Так, я не помню, я уху делал, да и на мышь нет. По-моему, да. Делаем сразу Geometry Mirror and Well. Делаем еще раз DynaMesh. Что-то не хочет делать. Ага. Вот, 38 000, нормально. Shift Z и выберем, значит, для уха. Нет. Так, какую-нибудь. Не знаю, наверное. Так. Ага, вот что-то. Вот что-то, наверное, вот в этом духе. Сейчас. И немножко еще перекруточку. Во. Конечно, можно было и коричневую сделать, но сейчас посмотрим. Ай-яй-яй. О, попробуем такой вариант. Так, она не похожа, чтобы получилось нормально. Значит, еще один вариант. Так. Во. Так, теперь цен и на низкой детализации. Так, тут будет черная.
В ухе тоже пусть будет черная. Вот так вот. Вот так как-то. Так, альт, голова, значит, цен. И немножко тут, наверное, потемнее как-то вот этого. Во. Вот теперь это собак. Можно еще на грудь сюда что-нибудь приляпать. Ну, пусть будет белая чистая. Вот таким вот образом. Так, цен. Кисточку чуть-чуть побольше, интенсивность еще поменьше. Так, это Ctrl-Z. Так, здесь вот не нравится мне вот здесь вот переход. А в принципе он тут нормальный. Это вот этот гаврик, короче, мешает. И значит... Цен. Чуть-чуть так разбавим. Во. Alt. Левая кнопка мыши. Немножко хвост посередине проведем. Угу. Ну, тоже прикольней. Ну и смотрим, что получилось. А получилась вот такая собака. Только теперь нужно ей глаза нарисовать. Так, это значит текстура. Импорт. Нужно найти собаку, где у нее, значит, нормально выглядят глаза. То бишь крупный план. Вот она, по-моему. Так, текстуры. Да, нет, не она. Это не она. Так, текстуры. Импорт. Вот она, ага. Так, теперь уменьшаем. Вот эту штуку Z отключаем. Так, где наш тут кобель? Так, 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 прибавляем. Так, во. И угол как бы поймать. Так, пробуем. Так, Shift-Z. Сначала замаскируем Ctrl. Так, Alt, левая кнопка мыши. Так, Ctrl. Замаскируем глаз. Вот эту часть. Ctrl-I, инвертируем. Shift-Z, включаем нашу собаку с глазом. И пробуем все это дело нарисовать. Так, значит, интенсивность побольше. Вот так как-то. Угу. И еще вот в чем косяк. Вот этот глаз
Вот этот глаз надо немножко поднадуть. Во. Ну и таким образом нужно сделать где-то еще хотя бы собаки 3. Только одна будет красным номером, одна будет там, допустим, еще с каким-то. И все это дело, значит, заанимировать, ставить кости, понизить полигонаж. Ну и сделать полностью эту штуку, анимацию, забег. Все, всем пока, до свидания.